Здравствуйте! С вами арт-мастерская «Уютные вещи» и я, Виктория Щелкунова. Сегодня я покажу вам, как сделать декоративное панно эко-стиле на кухне. Панно – живописное произведение декоративного характера в раме. Применяться может в любых интерьерах, как на стенах, так и на потолке, и даже на фасадах зданий. Может выполняться из абсолютно любых материалов. Нам понадобится все то, что есть на самой кухне. Это могут быть различные специи, пряности, крупы и даже макаронные изделия. Итак, приступим. Берем рамку. Рамка может быть большая или маленькая. У меня она 25 на 25 сантиметров. Убираем из рамки стекло. Делим эту картоночку на сегменты. Вставляем обратно в рамочку нашу картонку. Закрепляем ее. Берем шпажки. Отмеряем длину рамочки, кусачками отрезаем лишнее. Аккуратненько на горячий клей мы приклеиваем шпажки к картонке. Таким же образом делаем коротенькие шпажки. Так, у меня их получилось 9 маленьких сегментов. Теперь мы приклеиваем шпажки и заполняем окошечки. Теперь крупами. По центру у меня будет располагаться красная чечевица. Она самая яркая и самая красивая. Наносим клей таким вот образом. Клея здесь не жалеем, чтобы хорошо все приклеилось. Картоночкой мы его расправляем. Высыпаем чечевичку. Помогаем пальчиками. Далее мы приклеиваем кофейные зерна. Здесь у нас будут располагаться кофейные зерна. Здесь у нас будет рис. С вкраплениями дикого риса. Он смотрится очень красиво. Слегка прижимаем, чтобы это все приклеивалось. Здесь мы расположим фасолинки. И в таком же плане мы заполняем все ячейки. После того, когда подсохнут все зернышки, мы уже приступаем к другим элементам декора. Это у нас будут вот такие макаронные изделия, бантики. Мы их будем клеить уже на горячий клей. Таким вот образом, аккуратненько мы их приклеиваем. У нас есть еще одно окошечко. Там мы расположим вот такие кренделечки. Можно добавить еще несколько элементов декора. Это как палочки корицы. Приклеим сверху таким вот образом. И звездочки бадьяна. Вот такое декоративное панно в эко-стиле на кухню у нас с вами получилось. Его не стыдно будет повесить или кому-то подарить. Когда панно у нас готово уже, все приклеилось, можно слегка припорошить его лаком для волос. Это придаст небольшой блеск изделиям. Самым дорогим панно в современной истории считается панно, подаренное агентству ТАСС на 115-летие. Панно выложено из натуральных алмазов общим весом примерно 4000 карат. Их стоимость 350 тысяч долларов. На этом у нас все. Все наши мастер-классы вы можете найти на официальном сайте media56.ru. Я же с вами прощаюсь. Встретимся совсем скоро, и я расскажу вам, как легко, просто и быстро своими руками создать уютные вещи.